Стены за сыном, простенки за отцом, рассказывает Сергей. Им всегда удобно выставляться вместе. 30 работ его, 40 Ивана. Много новых, интересных. К примеру, это под названием «Педагогическая драма». По словам педагога и скульптора Сергея Мозгового, значимость учительской профессии сейчас многие занижают. Он против. На знаниях, на учителях во многом держится наше мироощущение, мировосприятие. И поэтому наше отношение к земле, а символ земли – это и есть глобус. Технически работа далась непросто. Фломастеры, карандаши, линейки, кисточки пришлось собирать довольно долго, говорит автор. К примеру, своей пышной шевелюрой педагогика обязана кистям Дениса Октября. Кстати, про простенки Сергей слукавил. Часть из них занята его инсталляциями. Из плат от телевизоров и электроприборов получилась целая серия работ. Но скульптура всегда была для него приоритетом. Так как помните, где-то там стихотворение «Налицо ужасное, доблее внутри». То есть это ужасный? Вроде как ужасный, но внутри это, вот видите. Такая... А вот что-то такое детское, да, ну, игрушки детские. То есть сверху рыцарь, а внутри что-то такое детство. Иван Мозговой на этой выставке в ответе за стены. Эти 4 работы из серии «Миграция» написал с начала периода пандемии, когда собирался уехать в другой город, но не смог. Вот эти все внутренние переживания, желания, и рождались какие-то такие вот сложные, запутанные вещи, где куда-то персонажи стремятся. Напомню, выставка называется «В поиске». Так вот, Иван тоже в нем. Периодически от живописи и графики его тянет к скульптуре. Это как раз работа такого периода, называется «Тайна третьей планеты». Кстати, отец и сын периодически дают друг другу советы. В плане технических каких-то моментов, ну, в силу какого-то опыта, я могу еще что-то ему посоветовать, предложить. В скульптурных вещах, да, я больше слушаю, а в графике пытаюсь как-то, наверное, свое искать. Так что «В поиске» отец и сын Мозговые постоянно, и его промежуточными итогами готовы делиться со зрителями. А посмотреть на них можно в выставочном зале Союза художников не так уж и долго, до 5 декабря. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.